Привет, девчонки! Привет, Макс! Ну что, мы готовимся к сдаче экзаменов ГИБДД. И сегодня ночью, волшебным образом, у нас появилась точная копия площадки для сдачи экзаменов. О, волшебство! И сейчас я подробно расскажу про каждый элемент, который мы будем выполнять при сдаче экзаменов ГАИ. Ура! Итак, первое упражнение. Мы подъезжаем к линии старт ГИБДД, кто готов выполнить. Слишком близко к линии старт, но не за 20 сантиметров, указать рукой в размере 5 единиц. Показать и остановиться до стоп-линии за 20 сантиметров до нее, да? Что вы выполнили упражнение. Давайте. Мы приступаем к упражнению номер 2. Показываем сотруднику ГИБДД, что готов. Первый конус по левую сторону. Пройти левый поворот. Очень важный момент, как заднее колесо покинуло ограничение упражнения. Не быстрее 6 секунд до стоп-линии. Заканчиваете упражнение. Начинаете справа. Справа. На линию. Начисляются штрафные очки. Вы выполнили в полном объеме. Та-дам! Вам правильно. Еще раз, заходите. Я заглохла, сбила 3 фишки и не подняла вовремя руку. Ну а так я отлично выполнила упражнение. Наезд на черту минус 5 баллов. Если вы задели конус, минус 5 баллов. Штрафные очки — это для ГАИ. Вы у меня сдаете без всяких штрафных очков. У вас нет права на ошибки. Можно здесь до ночи остаться? Можно здесь остаться жить. Давайте, я остаюсь здесь жить. Прекрасно. Я тоже, пока не сделаю. Вот одно. Первое упражнение. Мы подъезжаем к линии начала, к линии старта, на нейтральной передаче. Показываем инспектору, что у нас руки в стороны, что мы готовы выполнять упражнение. Включаем первую передачу, начинаем движение. У фишечки, которая стоит посередине, нужно указать, что мы поворачиваем налево, вытягивая руку левую в сторону. Затем мы поворачиваем, проезжаем по узкому коридору налево, не задевая фишки. При выезде с поворота включаем тут же вторую передачу. У фишечки второй поднимаем руку, включаем первую передачу, подъезжаем к линии финиша, останавливаемся, включаем нейтралку, показываем, что мы закончили упражнение. Приступаем к упражнению номер 2. Подъезжаем за 20 сантиметров. Показываем сигнал, что мы готовы, и приступаем к упражнению «Змейка». Первый конус должен быть слева. Едем медленно, аккуратно, потому что расстояние очень маленькое, всего 3 метра. Выезжаем из «Змейки», и слева у нас колейная доска. Она очень узкая, и по ней нужно ехать аккуратно. Мы ее проезжаем до конца, так, чтобы заднее колесо тоже выехало. Потом у нас движение медленным ходом. Его нужно преодолеть не меньше 5-6 секунд. В конце я останавливаюсь у стоп-линии, включаю нейтралку и жестом показываю, что я молодец. Нет? Итак, перед нами третье упражнение под названием «Восьмерка». Для его выполнения мне необходимо подъехать к линии старта 20 сантиметров, показать движение, обозначающее, что я готова к выполнению упражнения, и плавненько тронуться, начиная с правого поворота. Сделать круг направо, затем круг налево, подъехать к стоп-линии, также 20 сантиметров, и сделать обозначающий знак завершения. Сегодня мы изучили с девушками 3 упражнения для сдачи экзаменов ГИБДД. Они неплохо справились со своей задачей, но мы продолжаем тренироваться. Посмотрим, как они сдадут экзамен. Лапкой вниз. Подъезжай, коллега.
лампы не забыть поднять. Dark place, but I'm not going there.